Всем привет, меня зовут Алексей. Привез машину супруги на выхлоп. Задача сделать раздвоение, повторить тот же дизайн, который был изготовлен прошлым владельцем, также сделать ее тише. Из приятных бонусов машина полностью легализована, стоит 3-литровый двигатель, стоит уникальное расширение клинчит ребят, которые в свое время просто ушли из России. Да и в целом все, машина по сути на повседнев, но только в летнее время. Абсолютно все изменения внести, пройти лабораторию, доехать до ГАИ со всеми документами, какие только возможно. И только после этого можно легализовать машину. Это дорого? Дорого. Зато все тормозят, вылавливают из любого ряда и ничего сказать не могут. Просто счастливого пути и до свидания. И все. Как бы только выхлоп выдает сильно, поэтому приехал сделать его тише. Ну, тормозят не часто, но бывает тормозят. То есть недавно весь охотный ряд перекрыли, чтобы нас выцепить. Тормознули, посмотрели документы, отпустили. С нынешними реалиями и 12.5.1 слишком сложно ездить, поэтому всем рекомендую легализовывать машины, если вы их очень любите. И на первой машине ездил, когда у вас только один был на шаболовке сервис, потом еще другую машину пригонял. Ну, в общем, с самого начала практически знаю о вас, и поэтому к вам и приехал. Соната была тоже заряженная, еще в более жестком обвесе. Потом Жигу привозил. Ну, в итоге все распродал. Вот машиной и супруги занимаюсь на данный момент. Да, на этой тачке ездит девочка. Завидуйте. Вот. Так что такие дела. Спасибо. В большом восторге, все справились идеально вообще, все прям супер, рекомендую.